Рассказать абитуриентам о том, какие плюсы, какие приятные сюрпризы ждут их в этом сезоне. Вот, Анатолий Иванович, коротко, как начнем с УРФУ, потом Аграрный университет спросим. Итак, СМИ всего Большого Урала, мы проехали по всем городам Большого Урала, Казахстана, Киргизии, Узбекистана в этом плане. И теперь, что, какие льготы? Ну, первое, сама цифра. 5842 бюджетных места. Значит, такое количество в России принимает еще только Сибирский федеральный университет. Но там еще и средняя специальная заведение. Значит, у нас второе. Для тех, кто наберет 240 баллов на технические специальности, 250, я извиняюсь, 10 тысяч рублей стипендия. Будет. Второе. Для гуманитария 290. Тоже 10 тысяч. Теперь для тех, кто не доберет баллы до проходного и вынужден был на контракт, я вам уже говорил, до 20% скидка. Следующее. По студентам, которые проявили себя в направлениях спорт, самодеятельность, наука и так далее, есть так называемая дополнительная стипендия от 10 до 12 тысяч. По-моему, наверное, кто-то из девочек здесь сидящих тоже получает такие дополнительные стипендии. Значит, так что, не говоря уже большое количество президентских программ там различного рода, потанинских и так далее, и так далее. Понятно. Ирина Михайловна, у вас есть меры привлечения абитуриентов? Ну, потому что, понятно, с введением ЕГЭ вузы стали конкурировать за абитуриентов, чтобы в Москву не уезжали. Вы как переубеждаете? У нас свой контингент, в принципе. Мы-то больше ориентированы на ребят, которые приезжали бы из малых городов, вообще из Свердловской области. Первое, что для них это 100% обеспеченность общежитиями. Второе, у нас тоже есть повышенные стипендии. И я вот цифры назову. Те ребята, которые проявили себя в учебе, получали 16 тысяч стипендий дополнительно. А те, кто еще проявили себя в науке, у нас очень много таких ребят, именно которые в науке проявляют себя, они получали 20 тысяч рублей. И у нас таких ребят в вузе процентов 10%. Вот кто действительно получает из фонда совершенствования. Также мы тоже установили определенные баллы, которые позволяют ребятам получать вот эту повышенную стипендию, кто придет к нам сразу с аттестатами и сразу придет с этими баллами. И тоже вот есть от 20 до 50% скидки на коммерческое обучение. Это в зависимости от уровня ЕГЭ и прочее. Так что мы тоже приглашаем ребят. Но вы знаете, наш вуз готовит уникальные специальности. И ни один другой вуз в городе и у соседей не готовит такие. Это как ветеринария, кинология, это технологи по переработке сельскохозяйственной продукции, и растениеводство, и животноводство, это и хлеб, и колбаса, это все молочные заводы. Так что вот такие агрономия, садоводство, ландшафтный дизайн именно с нашим профилем. Так что каждый абитуриент, наверное, выберет свой вуз. Лишь бы хватило нам абитуриентов, которые сдали физику.